на среду 500 погибших в Калифорнии. Пожары там пока и не думают стихать. Это все равно, как жить в зоне военных действий. Так это описывают местные жители. Давайте посмотрим еще раз, как выглядит в эти дни Калифорния. А живут в местах, охваченных пожаром, в том числе и очень знаменитые люди. Типа актера Джерарда Батлера. Он играл главную роль в фильме «300 спартанцев». У него сгорел дом дотла, не у него одного. Сгорел, например, дом певицы Майли Сайрус, если знаете такую. Что, кстати, не помешало ей отдать $500 000 в фонд пострадавших от пожара. Такую же сумму выделила компания Disney. В принципе, когда огонь внизу, у основания деревьев, то его еще не сложно потушить. Ну, не так сложно считается. Когда огонь перекидывается на верхушки деревьев, то это очень сложно потушить. А когда образуется стена огня, и в Южной Калифорнии несколько часов назад буквально было именно так, то вообще непонятно, как это тушить. Скорее ждать, пока просто все не выгорит, что ли. Начать изучать историю, следить за этой историей такого мощного стихийного бедствия, не то чтобы уникального, но действительно один из самых сильных лесных пожаров, пусть они и каждый год случаются в Калифорнии, но такого масштаба, такой протяженности, такой площади давненько не было, выясняется множество всяческих удивительных деталей. Так, например, на тушение пожара в Калифорнии бросили калифорнийских же натурально заключенных, им платят за это деньги. Доллар в час. Доллар в час. Много ли это? Но сокращают еще время отбывания наказания. Видимо, второе более весомо. В противном случае, кто бы согласился в таком, в общем-то, аду работать, рискуя жизнью за доллар час всего лишь. Даже из желания побыть какое-то время за пределами тюрьмы. Отдельный разговор – это спасение животных, диких или домашних, от огня. И тоже миллион историй, типа рассказов о лошадях, которые прыгают в бассейны при виллах, спасаясь от огня. Их как потом оттуда тяжело извлекать, но приходится. А чего стоит история про раввина по имени Барри Даймонд, которого пытались эвакуировать, но он не дался, его спасали от подступающей вот этой стены огня, но он прыгнул в машину и понесся, что было мочи, и куда, в синагогу, правильно, спас вместо личных вещей и своих две туры. Одна была совсем новая, всего и полгода было, а другая пережила Холокост и была привезена из Европы. В общем, можно садиться и писать сценарий к фильму о постапокалипсисе. Я надеюсь, что вы внимательно за мной записывали и немедленно приметесь за дело. Вообще, вот, не знаю, замечаете ли вы или нет, если на войне, а мы с вами, увы, являемся регулярно и продолжаем являться свидетелями современных военных конфликтов, на войне как бы нет хороших сторон, да? Все виноваты во всем, все ведут себя ужасно подчас, все стреляют друг в друга, по крайней мере, это точно. Вопрос, кто первым начал и когда все это кончится, эти вопросы не имеют ответа. Другое дело – это стихийные бедствия, природные явления. Тут виноватых-то нет, но зато у каждого есть возможность проявить героизм. И уж в Штатах, где так прекрасно развита местная журналистика, это сплошные истории героизма и такие трогательные рассказы. Только Трампа ругают абсолютно все в Калифорнии. Он в Твиттере, как обычно, не посочувствовал калифорнийцам, что, в общем, такой ситуации стоило бы сделать, согласитесь, а поругал их за то, что не остановили вовремя пожар. Не умеют тушить нормально.